врача? Кажется, он не ранен. Да, я жив. Я не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Феттела. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее. Кого накрыть? Я живой, не надо меня накрывать. Данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится. А теперь бегом! Кто? Будь осторожен. Ты везунчик. Да? Может, дашь мне сказать, а? Всем привет, мои хорошие. Меня зовут Максим, это канал... Подожди! Это канал Angry Games. И у нас игрушка Fear, вторая серия. Да, я слышал. Не дали нормально поприветствовать моих подписчиков, моих другаликов. Куда идти-то? Да уж, да уж. Плохая, плохая девочка. Ничего такая. Ладненько. Короче, в прошлой серии нас выкинуло из окна. Мы чудом остались в живых. И продолжаем искать этого вампирюгу. Не открывается. Тут мы были? Ой-ой-ой, кого-то убили. Опять какие-то лампочки мигают. Конечно, мы тут налево-направо всех убиваем. Мне бы тоже так-то подкрепление не помешало. А, вертолеты улетели, да, мои? Отлично. Есть что-нибудь здесь? Это что такое? А, это можно слезть. В этой игре это делается так, да? Надо нажать на мышку, на действие. Ну ладно, в принципе, иногда может быть удобно. Единственное, с разбегу не получится. Хотя он тут ни хрена не бегает. Так что нормально. Так. Куда же мне идти? Тут завалено, да? Да. А, ну скорее всего надо будет сейчас этот мостик двигать. И тогда я попаду куда-нибудь в другое место. Тут что? Тут ничего. Какой-то телефон опять. Что? Ладно, нажимай на кнопку. Сейчас будет двигаться эта херня, да, точно. Так и знал. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Ну, типа того, чувак. Больше нет. Типа того. Какая-то авария. Какая-то херовая авария. Если все люди умирают. Не, зато я никогда не упаду с лестницы. Хоть одно радует. Тени тут такие неплохие. Так, куда идти? Говорю, напоминает Half-Life. Вам так не кажется, ребят? Кто-то плакал. Девочка, я не хочу с девочкой больше встретить. Эй! Не-не-не-не-не-не. Не надо. Не надо, успокойся. Успокойся, чувак. Блин, опять трупы. Тихо-тихо-тихо. Я тебе не причиню вреда. Девочка. Блять, мне вообще страшно. Ну, в смысле, моему герою. Но мне немножко сыкотно. А, блин, меня бесит, что он так сохраняет. Вертолеты, подождите меня, заберите. Я не хочу здесь находиться. Почему я должен один здесь быть? Скажите мне, пожалуйста. Т-13, в вашем районе чужой. Пока все тихо. Вас понял. Будьте бдительны. Чувак, стой, стой. Твою мать! Твою мать! Один?
Пам-пам-пам. Сдохни, 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 да сдохни. Отлично. Блин, у меня патроны закончились к этой ружбайке. Блять, тень, не пугай меня так. Так, отлично. Ладно, пока постреляем тогда. Вот с этого, потому что тут почти полный боезапас у нас уже. Нос чешется. Глаз, глаз, нос. Туда! Куда туда? Так, ну-ка, в голову, в голову, в голову. Тебе тоже. Ты что спрятался? Вернись. Вернись, чувак. Убил? Не пойму. Вроде бы убил. Да, убил, отлично. Пацаны, спасибо за оружие, за патроны. Так, все, я понял, куда идти, но надо тут пообыскивать все. Потому что может быть где-то припрятано какое-нибудь увеличение, прокачка моя. Так, потайная комната. Точняк, не зря зашел. Отлично. Ускорение рефлексов это называется в этой игре. Но мы в простонародье называем slow motion. Тут закрыто, да? Да? Там, а, там замок, скорее всего, с той стороны висит, и все. И это уже очень большая проблема для нашего героя. Сяськи, масяськи, блядь. Тихо-тихо, не застревай, пожалуйста. Так, давайте на всякий случай сохранимся. Аж два раза. Так. Темно. Я понимаю, что темнота друг молодежи, но... Ударь. Зачем ты взял пистолет, я не знаю. Ну да, точно. Вы же меня не слышали? Мне, да. Оп, 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 оп. И сколько там? Трое, двое? Танцоры. Живой! Блин, тут хедшоты, походу, не работают. Надо все равно какое-то количество патронов, чтобы вошло в тело. Тогда он только умирает. А, ну, в принципе, это же клоны какие-то. А, нет, их тут просто трое было. Все, я понял. Нет, значит, это... хедшоты, значит, работ, блядь! Да сука, хватит меня бить! Противник, вот ты гондурас, а! Фу ты, ёшки-матрёшки! Блин, там так темно было в этом углу, я даже не знал, что здесь проход-то есть куда-то. Вот поэтому я и сканул, блин, еще и на эту кнопку, да? Не нажал. Так. Газировка. Дай попить. Что, ничего нету, что ли? Давай поиграем. Counter-Strike. Садись, садись, поиграем. Не хочет. Никак не хочет. Так, откуда я? Я снизу пришел, да? Да. Ой, ништяк. Бронюха. Ой, у меня гранаты же есть. Так, на G, да, я их сделал. Ладно, скоро испробуем. Ловите, чуваки. Еще одну на всякий случай. Зачем две потратил? Так, надо вернуться тогда, собрать. А. Тем более, что я недалеко ушел. 5 гранат это максимум, что можно таскать, так что надо ими пользоваться. Ой, аптека. Что такое? Пистолетик. Пацаны, что у вас за оружки были? А где еще? Так, что за рычаг? Мне вот интересно. Нельзя покрутить? Нет, нельзя.
Плохо, 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 ребятушки. Да, блин. Нет, все-таки это непривычно, что залазить надо по нажатию кнопки. Потому что я по привычке подхожу, жму вперед, а он начинает скользить по ней. Отлично. Еще и аптека. Куда идти? Ух ты, ноутбук. Идет загрузка данных. Оп. Интересно. Я нашел протокол анализа сточных вод, проведенного по заказу Армахема. Да? Состав воды, мягко говоря, необычен. И ребята из Армахема не стали бы интересоваться этим, если бы не были замешаны. Ну, в принципе, ты прав, чувак. Только это тут при чем? Это кто такие? Я таких не знаю. Блин, дайте поиграть. Да, тут закрыто все. Тогда все ясно. Куда нам идти? Очередная комнатушка. С полезностями. Так, отлично, все. Гранатки восстановили. Тут тупик, да? Да-да-да. Тут самый тупичок. Боровичок. Сейчас попрут со всех сторон. Я больше чем уверен, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Умирай. Ха-ха. Видели, похромал. Блять. Ох, как их много там. Убирай. Так, садись. Отлично. Граната меня спасла. Ну куда, 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 куда? Ребят, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Умирай. Где ты? Оп, 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 тихо, тихо, тихо. Все, ништяк, чистенько сработано. Так, аптеку пользуем, потому что у нас максимум. Ну что? Там что? Ну, неплохо, неплохо пострелялись, пацаны. Но вам до меня-то еще далеко. А так, молодцы. Вы старались, это было видно. 100% брони. Обалдеть. Обалдеть. Там я ничего не забыл. Точно. Шприц бы мне какой-нибудь найти. Чтоб хпшечка у меня еще подросла немножко. Ну что, ребятушки, где вы там? Прячетесь от меня? Что-то в воду, я боюсь падать. Лестница-то есть? Есть. Так, ну ладно. Вылазим. Опять девочка. И какой-то звук был, как будто скрипнуло. Что-то скрипнуло, короче. И мурашки. Здравствуйте. Фух ты ж, блин. Десятая аптека. Можно было, наверное, и по это сложность повыше поставить. Потом, ну, может быть, конечно, это пока только начало игры. Так, у меня всего много. Даже немножко неинтересно. Ну ладно, мы же, в принципе, с вами тут не рекорды ставим. А... Опа. Опять какой-то там. То ли зомби, то ли... Куда ты делся? Делась. Видели, сначала был здоровый чувак? Уйди, ведро. А потом, когда я посветил, то девочка уже была. Фу-фу-фу. Так. Ну давай. Что за... Что за херня?
Что происходит? Что это такое? Блять! Фу, это оказывается... Или... Обнаружение ликвидирован второй отряд клонов. Отряд Дельта готовится к штурму штаб-квартиры Армахея. Численность противника не установлена. Опознан труп, найденных в Аберне. Это Чарльз Хибегер, ученый из Армахема. Задача. Основная задача. Прежний уничтожит Феттела. Дополнительные задания. Выясни цели и задачи противника в этом районе. Окей. Джет, нашла Энков? Нет. Но случай не достанет. Опознание на них возможно. Так. Это не он точно. Янковский жив, в этом я уверен, хотя сигналы датчиков выглядят необычно. И он где-то близко. Блин, мне не нужна больше аптечка. Лучше бы дали что-нибудь другое. Проверка! Происшествия нет! Ты где там? А, в окне что ли стоишь? Ну-ка нахер. Ну-ка нахер. Опа! Что, чувачок, не ожидал? Так, что там, что показывают? Можно как-то управлять камерами? Нет, что ли? На тебе! На тебе, говорю. На, блин. Так, а... А там что интересного? Давайте сбегаем. Потому что мало ли. Наверх-то подняться можно, получается? Да, блядь, не булькай так страшно. Или тут закрыто будет? А, ну да, тут закрыто. Да, реально. Ладно, значит, я уже какой раз выбираю сразу правильный путь. Просто я думал, что здесь какой-то ништяк, но тут, в принципе, есть ништяк. Но он мне не очень-то полезен. Патронов до хрена. А, тут еще и аптечка, еще одна. Куда, куда, ребятушки? Зачем мне так много? Если бы вы меня убивали хоть немножко, я бы понял. Но вы же нифига не убиваете меня. Блять, да ты кто такой-то, а? Она идет за тобой или что такое? Контрольная точка, я тоже на всякий случай сохранюсь. Так, а там что? Опять же. Игрушка линейная. Значит, тут, в принципе, куда бы ты ни пошел, ты должен прийти. Отпустите его поближе. Ждите моего сигнала. Ждите, ждите, ребятушки. Я к вам не приду. И не зовите даже. Все. Обида. Броня у меня 100, так что, в принципе, спускаться... Ну, спуститься надо, все равно посмотреть, что там еще есть. Так, только каска, да? И аптечка. Хорошо. Сейчас по мне постреляют, я вернусь. Вернусь и заберу. Че, наверное, туда же выйду, да, только с другой стороны? Ну да. Пацаны, ловите. Есть. Еще граната. В голову целимся. Так, через это простреливает, нет? Похоже, нет. Или да. Там живой, нет? Нет, через это не простреливает. Ай-яй-яй, тихо-тихо. Куда пошли, пацаны, стойте. Мне решили спрыгнуть. Так. Ну что, пацанята, так, давайте сбегаю тогда. Чтоб потом дальше не уходить и дольше не возвращаться. Ух ты ж, блядь! Привет, я тебя не ждал. Вы меня решили обойти? Умно, умно.
Молодцы прям. Неплохой тут искусственный интеллект, если честно. Как бы... Они бегают, прыгают там, прячутся. Кстати, то, что прячутся они, это точно. За укрытия всякие. Так, куда идти? Так, надо проверить, никто ли больше не пошел за мной, нет. Только один смельчак нашелся. Пойти в одиночку за мной. Но ему это не удалось. Блин, зачем столько аптечек много? Вы чё, ребятушки? Мне чё, их солить? Варить? Или что мне с ними делать? Тут тупик. Ладно, погнали наверх. Гранаты? Гранаты это мне надо. Хорошо. Я не знаю, что мы там договаривались, но я тебе обязательно позвоню, как только смогу. Так, это сквозная, да, у нас? Сквозной проход? Да. Опять все лишнее. Ну, давали. Ну, что-то и не видно никого. Сохранюсь-ка я. Командир, есть новости? Пока нет. Пока нету новостей. Так, умер. Чувак, не уходи, не уходи, не уходи. Стой, стой. Хватит, его не остановить. Его не остановить. Не-не-не. Умирай. Бля, это что такая отдача-то, а, дикая? Ой-ой-ой. Тихо. Привет, ты куда? Убежал. Блять, тихо. Тихо, пацан. Ай, стреляю. Пошел ты. Ништяк. Ребят, я-то прокачанный, а вы лошарики. Мне вас жалко, если честно. Кто откуда? То ли сзади, то ли спереди, не пойму. Блять, застрял еще я. Кто откуда стрелял? Ведь стрелял точно. Ну ладно. Нет, так нет. Вон он, сволочь. Все. Это был последний. Только броньку мне тратите. В голову. Куда побежал? Стой. А еще люди. Так. Пошел ты нахер, слышь. Опа. Где еще? Так, вижу. КДшечка. 50 патронов, классно у этого автомата, на самом деле. Так, куда ты пошел? Оп. Все. Умер. Что там написали? Ой, вниз надо идти. Что я заметил? Так, во-первых, аптеку давайте тратим. Все равно их у меня до хрена. Надо даже так можно подняться. Окей. Так. Ну ладно, я не буду бегать назад.
чтобы там найти эту броню и одну аптечку взять. Потому что сейчас они по-любому еще будут впереди. Я не думаю, что на передних порах игра такая, типа, легкая. А потом как станет, как, блядь, дадут мне пиздюлей тут везде. Так что туда спрыгивать я не хочу. Я же могу здесь обойти. По данным полиции, сегодняшний взрыв на портовом складе является следствием производственного инцидента. Точно. О пострадавших сведений не поступало. Однако на месте происшествия все еще работают спасатели. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Давай. Выключи. Угу. И что мне это даст? Ой, покрутить можно. Давай покрутим. А, я все понял. Там сейчас вода зальется, да, и я смогу там проплыть. Гениально. Да, точно. Да, я тут даже должен не проплыть, а пропрыгать. Вот это да. Оп, блять. Это оказалось не так легко, как я изначально думал. Он как-то прыгает немножко. Я говорю, тут он от всего, от всех предметов, на которые он нарывается, он скользит. Тихо. Тихо. Опачки. Пошла. Ну, я тоже сохранюсь, как бы. Ой-ой-ой, куда побежали? Куда побежали? Его не... Нет, меня не остановить. Все? Воздуха, ребята, вам требуется поддержка. Где? Блядь, граната. Ох ты ж, блядь. Так где ты? О, я тебя тоже вижу. Куда побежал? Стой, говорю. Охренеть, гранатами кидаются. И давно вы это задумали? М? Так. Там ходят. Сюда, если пойдем. Куда пойдем? Куда выйдем? А, просто наверх. Хорошо. Тут может быть что-то есть. Да, тут и правда что-то есть. Это что-то, это аптечка. Вижу! Че ты видишь? Ничего ты не видишь, Натя. Еще один. Так, отлично. Так, там еще один в окне. Он положил весь отряд, да? Я положил весь отряд. Я не вижу... Мины? Что такое? А почему ты сам его не взял? Интересно. Блять, момент, блять, контакт. Ой, тихо. Вы меня так не пугаете больше, пожалуйста. Куда идти? Я запутался, ребята. Ребятушки, я запутался. Ладно, постреляем пока с этого. Тра-та-та-та-тра-та-та. Ты куда полетел? Чувак, ты куда полетел? Бёрдмен. Так. Вниз. Лучше не падать. Блять! Это что такое? Это что за хер? Это что за хер? Ты какого хера встаешь опять? Лечимся. Не ожидал, ребят, прям удивили. Правда. Ух ты. А, тут менять?
Ух ты! Короче, давайте это меняем на это. Какое-то прикольное, да, должно быть. Я даже не знаю. Так, а пистолеты можно поменять? Да, можно. Отлично, тогда у нас это дробыш и вот это. У этого пока больше всего патронов, будем им тогда и пользоваться. Обалдеть. Ребят, вы чё? Чё творите-то? Отходим! Ловите гранату. Блять, не успею, да? Чёрт, похоже, эти гады уходят. Во всяком случае, со спутника выглядит именно так. Вы куда? Пацаны! Выкури его! Блять! Вы... Это что ли там? Нет? Перекурили что ли? Что творите-то? Перебежка! Перебежка, блядь. Так, как мне вниз спуститься? Там аптечка. Мне уже Ой, там шприцок. Шприцок мне точно надо. Аптека. Ой, броника. Так, а как туда? Скорее всего, вот так вот. Точно, точно. Блин, классная игрушка. Ой, 120 хпшечки теперь у нас. Красота. Так, F5. Так, встань, сядь. Встань, сядь. Сядь, встань. Так, у вас тут нарушение пожарной безопасности. Что это такое? Что это было? Так, а как наверх туда попасть? Там броня. Да пошел ты нахер, слышь? Куда полез? А, тут я не пройду, да? А бочка взрывается? А и как мне обойти? Не, ну по-любому как-то с другой стороны. Можно, конечно, прыгнуть и тут вот вылезти просто. Видимо, так и надо сделать. Блять, такие звуки, как будто по воде за мной кто-то бежит. Зачем? Зачем я это сделал? Не пойму немножко. Так, все, тут тупик. Это место я знаю где. Как, почему и зачем. Ой, аптека ништяк. Ой, дробыш ништяк. Мы туда мы не залезем. Так, ну что ж, ребятушки, давайте тогда на этом пока прервемся. Тихо. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе того, что вышло новое видео. Также не забывайте оставлять комментарии и подпишитесь на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну и на этом все. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. Пока-пока.